хотелось бы очень поздравить Никоса Степановича Сафронова, нашего выдающегося художника, что вот уже и в Бахрейне мы открыли одну из, наверное, тысячных его выставок. Удивительное место, значит, находится здесь на 50-м этаже в большой современной гостинице Four Seasons. Удивительное место, роскошный отель, вот, в кругу друзей и в кругу людей, которые первый раз попали на выставку Никоса Сафронова, мы приехали наградить наши награды от Всемирного альянса миротворец, от фонда поддержки развития и пропаганды идей мира звездой Арс Лонга, короля, вот, то, что он тоже поддерживает культуру. Культуру, развитие между нашими странами, между нашими державами. Вот, поэтому чем больше мы будем развивать эту нашу культуру, тем больше мы будем познавать народы, друг другом будем познавать.